Пекин – надежный друг и партнер Вьентьяна. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Двусторонние отношения с Лаосом имеют особое значение для Китая. Пекин готов укреплять стратегическое взаимное доверие и углублять практическую кооперацию с Вьентьяном. Кроме того, КНР рассчитывает импортировать из Лаоса больше сельскохозяйственной продукции. Си Цзиньпин заявил, что Китай готов активизировать контакты с Лаосом в сферах образования, культуры и работы с молодежью. Также он оценил активное участие соседнего государства в механизме сотрудничества БРИКС. По словам Тхонглуна Сисулита, отношения двух стран сейчас переживают лучший период в истории, а сотрудничество развивается все быстрее. Он выразил надежду, что Пекин и Вьентьян будут вместе развивать железную дорогу Лаос-КНР и строить общий экономический коридор. Тхонглун Сисулит подтвердил приверженность принципу «одного Китая» и заявил, что готов продолжать тесное взаимодействие с КНР в рамках АСЕАН и других многосторонних платформ.